Всем привет и добро пожаловать на канал Худи G2K. Сегодня у нас обзор по двум видам спорта. Это американский футбол и классический сокер, футбол в народе, как его принято называть. Будет не так много карт, но делаем обзорчик за два последних месяца. Это у нас сентябрь и октябрь. И давайте посмотрим, чем он нас удивил и порадовал. Начнем с американского футбола. Это у нас хроники. Айден Хатчинсон, отличный защитник, в Детройте играет. И это у нас плей-офф, прозрачная карта, очень красивая, в баскетболе таких не хватает, они у нас представлены в Illusions. И вот, в принципе, переходим к Illusions, это у нас Zay Flowers, Балтимор, Мистик, новичок по Балтимору, тоже красивая, отличная карта и довольно неплохой новичок. King of Cards, это у нас Брайс Янг, новичок, зеленая параллель, в цвете топ-оудера, все отлично, по канону. Надеюсь, у парнишки хорошее будущее, потому что сейчас у него не все гладко. CJ Stroud, супер игрок, супер новичок, нравится его игра. Это Хьюстон, это Illusions, базовая его карта новичка. Очень приятно иметь его в коллекции. Парень явно с мозгами. И еще одна его карта, Prestige, 23-й год, руки карт, CJ Stroud. Далее, Стивер Рукис, Дрейк Лондон, Атланта, красная шахматка по Rookie and Stars коллекции. Довольно красивая карта. И такая же карта у нас Стивер Рукис, Брис Холл по Джетс. Также красная шахматка. Довольно неплохо. Переходим к тиражкам. Это у нас Зак Эрц, Аризона, Престиж. И тираж у нас 243 из 399. Еще одна тиражка. Rookies and Stars. Тираж у нас 49 из 80. DeAndre Hopkins, Аризона. Престиж 23-го года. 0,2 из 75. Золотая параллелька новичка Детройта. И это Джек Кэмпбелл. Ну и лучшая карта на данный момент. Standing Ovation, Cooper Cup, Los Angeles Rams. Сейчас его хотят обменять из Лос-Анджелеса. Это у нас черная параллель. И тираж у нас 2 из 5. Это супер карта. Мега крутая, мега супер. Отличный игрок, отличный тираж и очень красивая карта. Ну что ж, переходим к сокеру. Начнем с первой карточки. Это у нас Superstars Tops 22-23, Лионель Месси, Rare Параллель. Ну, в представлении не нуждается. Далее, новичок Йора, Лениора. Это Лиль, Club Competition, Inferno. Пока на травме парнишка. Ну, а это Баркаля, ПСЖ, Starballs Параллель. Далее, это у нас хромовая коллекция, Аква, также Баркаля, из ПСЖ уже себя парень проявил. Эндрик, новичок Палмейрас, ныне игрок Реал Мадрида. Далее, Леон Горецко, Донрус дебют, Шальке, но сейчас выступает за Баварию. Пёрпл параллель новичковая, урвал за отличную цену. Так, далее, это у нас опять Эндрик, Палмейрес, Оптик, новичковый. Ну и тут Арда Гюлер, Рейтед Руки, Оптик, Хоуа, параллель. Далее, переходим к тиражкам. Вестон Маккини, американец, которого я собираю, тираж 399. Еще один игрок, которого собираю, Исахаку Фатаву. С таким же тиражом у нас 399. Они вот отличаются. Если приглядеться, нет, эти не отличаются, но есть очень похожие здесь кругленькие, а есть где будто битый лед, вот это на битый лед похоже, но в жизни это намного красивее выглядит. Далее, Мухаммед Аличо, Мерлин, 112 из 350, Реал Соседад, ныне игрок Ниццы, про Ниццу уже много раз рассказывал, Пинок, Брентфорд, синяя параллель из 340.
по призму АПЛ. Еще один Маккини. Тиражка у нас 299. Возможно, в скором времени покажу по этой коллекции небольшую радугу с данным игроком. Накопилось, думаю, уже достаточно карт с ним. Хави Симмонс. Новый, свежий Finest. Тираж у нас 299. Отличный парень, игрок. Уже один из лидеров своей команды и сборной. Эдуардо Камавинга, Кама, Реал Мадрид, тот же Finest и тот же тираж 299. Далее, Ренату Санчеш, мой эксклюзивный, так сказать, вариант выбора, кого коллекционировать. Это у нас тираж из 299, Purple Parallel, игрок Ромы, ныне игрок Бенфики. И такой же тираж, Марко Ройс, он в представлении не нуждается, 299, тираж, также Purple Parallel. Далее, новичок, Педро Гонсалвиш, Спортинг, вчера довольно неплохо себя проявил, показал, тираж 299, такая новичковая карта тиражная. Далее, Данила Финьорд, также новичок, и тираж у нас 299. Вахи, будто считается, что это его руки карт, но... Мне принято считать его руки карт по эксклюзивной французской коллекции, которую я завозил сюда для личной распаковки, но, к сожалению, без видео и фото. Тираж у нас 275. Далее, Хави Симмонс, тот же Finest, тираж у нас из 250. Исахаку Фатау, это у нас Finest прошлого года и тираж 250. Сейчас он играет в премьер-лиге за Лестер. Камавинга, Кама, и тираж у нас 250, Реал Мадрид, Клаб Компетишн. Далее, Хави Симмонс еще один, очень красивая параллелька, будто бы молния такая, и тираж у нас 173 из 225. Джерми Доку, бельгийский вингер, тираж 199. Далее, Войцех Честный, Ювентус, и тираж у нас также из 199, это Ювентус, мою копилочку карт по команде. Исахаку Фатау, еще одна параллелька его тиражная из 199. Кайо Жорже, Ювентус, уже в Бразилии пылит, хотя парень молодой, новичок, тираж из 199, но как фанат Ювентуса вполне. Еще один Данила, зеленый фойл из 199. Мануэль Локотелли, Purple фойл, не знаю, как точно называется эта параллель, тираж у нас 175. Дуглас Луис, АПЛ 2021, тираж из 159. Йохан Бакаякон, Future Stars, тираж 150. Миретти, также Ювентус и также тираж на 150, черно-белая вариация. Еще один Вестон Маккини и также тираж на 150, чисто такой же, как и Миретти. В принципе, можно вот сравнить одинаковые карты, красивые. Джерми Доку раздвоился. Две одинаковые параллельки и тиражки. 26 из 150, 92 из 150. Далее. Родриго. Top of the World. Это у нас Реал Мадрид. 132 из 150. И вот еще один отличный парнишка. Фил Фоден. 18 из 150. Topps Chrome Ultimate Stage. Хромовая карта тиражная по картонной коллекции. Маркус Эдвардс, Purple Wave, и тираж у нас 41 из 150. Далее, Баркаля, отличный игрок, Finest свежий, тираж из 125. И еще одна карта по Миретти, тираж у нас также из 125. Переходим на низкотиражные карты. Педро Гонсалвиш, Мерлин, 0,3 из 50. Еще один Войсах Честный,
Это у нас оптик, и тираж у нас 0,6 из 25. Также дополняет мою коллекцию по Ивентусу. Норгард, АПЛ, 22-23, тираж 21 из 25. Мануэль Локотелли, скор FIFA 21-22, 0,7 из 25. Пинк Лава, отличная карта, очень красивая. Также дополняет мою коллекцию по Ивентусу. Ну и Локотелли, один из игроков, за которыми приятно мне наблюдать. Ёжзвяк, поляк, тот же скор, та же параллелька, 16 из 25. МЛС, Син Джонсон, Торонто, 0,5 из 25. Это у нас МЛС, небольшой эксклюзивчик, оранжевая параллелька. Это у нас Тарик Митчелл, Кристал Пэлас Революшн, и тираж 4 из 15. Вот это очень красивая карта, очень мне нравится. Тираж у нас 9 из 15. К Маркинису, конечно, равнодушен. Бразилиан Боллерс. Это у нас коллекция Карнавал по Топ Склаб Компетишн. И там есть отдельная подсерия Бразилиан Боллерс, где представлены все бразильские игроки. Неймар, Вини, Родриго, Маркинис и тем подобным. И вот отличная карта, тем более с таким низким тиражом, 0,9 из 15. Супер карта. Ну и еще одна супер карта. Фил Фоден, Give and Go, Purple Parallel или Pink. Это у нас тираж 0,7 из 10. Явный хит, хит коллекции. Супер игрок, молодой, перспективный до сих пор парень. Все у него впереди. Пополняет мою коллекцию. Ну и еще один Вестон Маккини. Это у нас Аква Лава, редкая параллель. Сколько штук на определенное количество боксов, не знаю. Одна на какое-то условное количество, но это редкая параллель. И также дополняет мою коллекцию по игроку и Ивентусу. Ну, а это Антуан Гризман, Метеор, Франция, официанада 2017. Это у нас Кейс Хит, номер 7. Его всегда приятно собирать. Парень напрямую относится к коллекционированию, к хобби нашему. Переходим к джерси. Это у нас Стефан Эль Шарави, Кит Сириас, сборная Италии. Красивая форма с полосочкой. Пополняет мою коллекцию по сборной Италии. Далее, это у нас Джуд. Металлическая плашка, релик, Топ Клаб Компетишн, Джуд. Ну, в представлении не нуждается. Надеюсь, у него появится вновь тот запал, что в прошлом сезоне. Он откроет свой счет по голам и поможет Реал Мадриду и далее. Алехандро Бедоя, МЛС, Playworm Memorabilia. Это у нас кусочек джерси, Филадельфия. Еще одна джерси по МЛС. Это Сан-Хосе или Джексон. Также, это уже матч-ворм у нас. Это уже была джерси, использованная в каком-то официальном матче. Тираж 48 из 99, зеленая параллель. Еще один кейс хит. Это Game Face, Родриго, скор 21-22, Реал Мадрид. Жалко не Винисиус, но все же этого бразильца я также собираю, всю тройку нападения Реал Мадрида. Переходим к автографам. Рика Хенри, Брэнфорд, базовый автограф по призму 22-23. Про Брэнфорд также рассказывал, говорил. Также собирают команду. Интересно наблюдать. Педро Гонсалвеш, Топс Хром Стадиум. Второй год данного игрока в спортинге. Ну а далее его новичковый автограф. Педро Гонсалвеш, Топс Файнест 21-22. Руки автограф. Еще один руки автограф. Стивен Бергвейн, Топс Хром 2019 года. Да, тираж у нас 27-150. Жалко, уехал играть в Аравию и, скажем так, закончил свою карьеру в сборной. Хотя все было впереди у него. И заключительная карта, заключительный автограф. И автограф это по Ювентусу. Аврора, Глейсон Бремер. Желаю ему скорейшего выздоровления. Обсидиан, Ювентус. И тираж у нас 71-75.
Вот такой обзорчик у нас получился по футболу и американскому футболу. И всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем пока. I'll be in New York with the gangsters. Know a nigga that'll shoot you for a tender.